Всем привет! Мы находимся на Черном озере, а Черное озеро у нас находится в лесу. Да. Посмотрите, полюбуйтесь окружающей природой. Жалко, что камера не передает аромат леса. Кирюша, не отходи далеко. Мы заходим в лес. Сейчас проведем небольшую экскурсию по лесу. Да. Да, Кирюшенька, скажи. Смотри, где грибочки растут. Кирюша, вон, смотри, грибочки на дереве, да? Вон, вон, на дереве грибочки. Но это не съедобные. Ням-ням. Да, несъедобные грибочки. Какой хороший аромат в лесу. Да. Сегодня ясная солнечная погода. Плюс 20 градусов, 8 сентября 2019 года. Погода для наших мест просто изумительная. Грязно кругом, да? Где нам с тобой? Пойдем по этой тропинке. По этой тропинке пройдем. Да мы маленько пройдем, посмотрим, грибочки есть там, нет грибочков, да, Кирюша? Нет. Да, посмотрим сейчас, растут грибочки тут или не растут? Да. Да, думаешь, растут? Да. Да, хорошо. Тогда сейчас найдем их, да? Найдем грибочки. Такая вот у нас тут полянка небольшая. Смотри, Кирюша, где грибочки есть? Там. Там грибочки? Нет. Нет. Там. Там? Туда пойдем? Да. Да. А тут вот под деревом, посмотри, вон пенечек небольшой. Посмотри под пенечком небольшим. Кирюша, вон там, сзади. Назад посмотри. Вон внизу на земле небольшой пенечек. Не хочешь там посмотреть? Там. Там хочешь? Ну давай, пойдем туда. Преодолели вот такую вот грязь, которая прямо за мной. И пойдем сейчас дальше. Да, Кирюша? Да. Настоящая Camel Trophy у нас. Road Trophy. Off-road. Да, Кирюша? Да. Да. Ну какие буреломы здесь. Буреломы и завалы. И снова приближаемся к огромной грязи. Оффроуд. Да, Кирюша? Да. Да. Ну давай преодолевать ее. Тихонько. Давай, заходи. Тихонечко. Шагаем. Вот сюда-сюда. В грязь не лезь. Да. Давай. Вот так вот. Ой. Ой. Ой, ой, в грязь не лезь. Вот так. Так, тихонечко, давай. Ух, так, стой, я тебе на руки возьму сейчас. Небольшое отключение. Давай, пошли. Давай. Пока у нас более-менее чистая тропинка идет. Нет. Нет. Поломанные деревья валяются. Нет. Нет. Комары летают в лесу. Нет. Нет. Тебя комарики не кусают? Нет. Ну хорошо. Ой. Ой, какое большое дерево упало, да, Кирюша?
Вот какое большое дерево. Давай, перелезай. Опа, тихонько. Вот, молодец. Смотри, Кирюша, какие деревья высокие. Наверх посмотри. Видишь, какие высокие? Высокие, превысокие деревья, да? Что, мой хороший? Да. Папоротники растут. Огромный грусть переросток. Да. Весь большой и червивый, да, Кирюша? Да. Вот он какой огромный. Грусть переросток. Да. Весь червивый стал. Ну, пойдем дальше. Тихонько, тихонько, не падай. Давай руку. Я. Да, ты. Подожди, Кирюша. Ну-ка. Комары летают. Ох, комары летают, да? Так, стой. Давай-ка вот здесь пойдем. Ой-ой-ой. Грязь, да, кругом? Нет. Нет. Бревно большое, да, Кирюша? Нет. Нет. Так, вдали музыка играет. У кого-то там праздник. Да. А вон там уже поляна, Кирюша, там, видимо, проходит что-то такое. Может быть, какие-то спортивные соревнования, мероприятия проходят. Папа! Сегодня, как я уже говорил, 8 сентября, воскресенье. Вполне возможно, что там проводится какая-нибудь местная спартакиада, так скажем. Бег или еще что-либо. Пойдем. Выходим на поляну. Уже поляна все ближе и ближе. Слышны крики. Скорее всего, там просто кто-то шумно отдыхает. Громко играет музыка. Визги, писки доносятся. Сейчас увидим все подробно. Кто что там делает, да, Кирюша? О, какое дерево красивое. Так, тихонько, ой, держись. Ай-яй. Там целый палаточный городок, оказывается, да, Кирюша, смотри. Да. Там палатка стоит большая. Кто-то. Да. Да, поставили, да, палатку и отдыхают, да? Сейчас мы увидим, как он отдыхает. Дядя, тетя отдыхают, да, Кирюша? В большой палатке.
красивая у нас природа осенью. Листья желтеют, были зеленые, поля еще, все в траве, очень красиво. Кирюша, красота, да? Нет. Нет, что? Да. Домой хочешь? Да. Ну давай, пойдем сейчас домой. Давай вот здесь вот сейчас мы еще заснимем. И пойдем домой тогда вот сюда. Покажем наши красоты, да? Ну и на этом всем пока. До свидания. Пока.